больше угадает соков, тот получит прыжи. Ура! Вот этот сок, то есть вот это, вот этот приз, когда выиграли волчонок. И еще маленький приз. Вот этот вот. Пожалуйста. Вот это вот, вот это, вот эти яички. Это приз, когда проиграли. А если кто-то сразу все выиграет? И проиграет, и выиграет, тому что-то достанется. Тот сразу. Кто-то? Молодец! Лучше всех. Поехали. Наградный ножницы бумаги. Так. Ты же сказала не будет. Знаешь, два камня, все. Давайте так пойдем. Да нет. А как нет? Да нет, просто, просто опять сначала. Еще раз переиграем. Камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А камень, а бумага может отвернуть. Все, замечательно. Не поспоришь. Так, а сейчас у нас начинается первый тур. Первый тур какой у нас? И что же это может быть? Катя, вы решили попить весь сок? Какой это может быть сок? Груша. Груша? Попробуй. Ну, я говорю, персик. Персик. А ну-ка, давайте посмотрим, что это может быть. Сейчас папа вскроет. Ну-ка, смотри-ка. Ох, и мама тут запечатала на совесть, чтобы все по-честному было. Никак. Груша или персик? Груша или персик? Раз, два, три. Да, жюри запуталось в этих слоях бумаги. И у нас сейчас... О-о-о! Пусть еще пробует. Может быть, еще попробуете? Да, я попробую. Еще попробуете немножечко? Катя попробует. Катя? Так. И Катя говорит, что же это может быть. Какой интересный вкус. Необыкновенный. Ух! А как хочется. Главный приз. Катя, что это может быть? Так, ну не угадали. Давай показывай. Груша, груша! А ну-ка пусть папа попробует. Ну, папа сейчас как попробует, так все выпьет. А у нас оказался это кисель из малины. Вообще не попадает. Кисель из малины. Потому что я никогда не пила. Так, следующий тур начинается. Так, теперь бабушка. Теперь бабушка. Бабушка сейчас скажет свое веское слово. Яблоко просто. Просто яблоко. Без ничего. Без ничего. Без ягодок, без никаких. Что это может быть? Это у нас... Банан! Опять банан! Как так, любят проверяем. Все бананы и яблоки! Папа проверяет. Проверяет у нас самое честное жюри. Никто никого не обманывает. Кручу-верчу. Мама думала так вот, как запечатаю. Как все сложно. С первого раза. Так, а у нас... У нас яблоко. Кто у нас сказал яблоко? Вот у нас яблочко. Так, первое очко. Один пока очко. Заработала бабушка. Бабушка у нас бежит на... В первом месте пока, но Катя не отстает и из всех сил сейчас ее догонит и обгонит. Какой же интересный это напиток. Вкусный, оторваться невозможно. Банан. Банан. Так. А бабушка сейчас скажет у нас не банан. Груша. Висит груша, нельзя скушать. Посмотрим, что же у нас здесь все-таки было. Груша или... О! Катя
сравнивает позиции с бабушкой. Банан! Это Катина. Так, следующий начинает. А это бабушкин у нас. Нет. Кто у нас первый Катя. Был? Первый в прошлый раз был. Катя, первая. Я бабушка. Как? Не передавай мой вкус. Что? Да может быть в ответ. Опять что ли яблоко, что ли? Опять что ли яблоко? Ну что ж такое-то? Одних яблок понабрали. Да, придется. А Катя у нас говорит. Груша! Груша. Так, пожалуйста. Опять у нас яблоко и груша. И что же у нас здесь сейчас? Открываем, смотрим, волнуемся, трясемся. И поджилочки трясутся. Яблоко. Яблоко шиповника. Яблоко шиповника светленое. Никто не угадал. Ура, молодцы. Хорошо. Ладно, вообще-то бабушка все-таки угадала. Бабушка яблочко сказала. Ты создаем бабушке? Дадим бабушке. Давай, решайся. Дадим бабушке. Теперь Катя, она не сдается, и она первая напала на него. Что же это у нас может быть? Катя пробует букет, этот ароматный, непередаваемый. Так что же это может быть? Тыквенный. Тыквенный. Сложный выбор. А бабушка? Да. Тыква! 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 Но Катя была в этот раз, пока она первая угадывала. Сейчас посмотрим, что же это все-таки может быть. Опять запечатано по-честному, на совесть. Да! Еще раз пробуем. Еще раз пробуем. Это пока не тыквенный сок, пока никто не угадал. Что же это может быть? Морковка. Морковка? А бабушка говорит? Бабушка думает, думает. Всем своим опытом она не хочет тоже сдаваться. Что же это? Это, наверное... Наверное, тыква с морковкой. Тыква с морковкой. Разворачиваем. Морковный! Выиграла в этот раз Катя! Бабушка чуть-чуть Молодец. Была не догнала. Молодец. А теперь у нас бабушка начинает. Я начинаю. Это челлендж. Так. Бабушка начинает. Бабушке ну, что такое? Сложно смородина. Определить. Смородина. Смородина. Так, тихо. А Катя говорит... Тыква. А бабушка сказала? Смородина. Смородина. Проверяем. Тыква или смородина, тыква или смородина, тыква или смородина. Тыква. Давайте еще раз попробуем. У нас тут ни тыква, ни смородина. Ну, как интересно-то все развивается. Никто не хотел сдаваться. И все потихонечку ошиблись. Сейчас Катя делает свой выбор, и она говорит, что это... Не точно яблоко-персик. О, это яблоко-персик. А бабушка пробует. И? Яблоко-абрикос. Яблоко-абрикос. А если посмотрим. Яблоко-персик? Сейчас посмотрим. А тут, оказывается, веселые глазки подсматривают и говорят, что это яблоко-персик. О, ура! О. Катя молодец. Катя молодец. У меня уже три сока. Так, сейчас Катя начинает. Напряжение вырастает. Что это? Молоко. Молоко. Так, а теперь бабушка пробует. Неужели это так просто молоко? Молоко с малиной, что ли? С чем-то, с какой-то добавкой. Молоко. Нечисто. Так, бабушка, наверное, напробовалась соков, и ей тяжело это теперь определить. Молоко с малиной. Это у нас. Молоко. Еще раз Катя пробует, что это. Молочно-клубничный коктейль. Молочно-клубничный коктейль. То есть. Ну-ка. Не подсматривай. Молочно-клубничный.
И тут Катя опять выиграла. Она угадала, что это чудо у нас с клубничкой ставится. Молодец! Тебе. Так. Сейчас бабушка начинает. Так, она не сдастся. Она никак не сдастся. Но очень упорная борьба. Ого! Опять сложный выбор. Да что же? Это ж вы где такого? Какой-то молочный какао, что-то шоколадное, что-то такое. Ну-ка. Так, молочное какао. Шоколадное. А Катя, какой выбор говорит? Молочное какао. Тоже молочное какао. Так, разворачиваюсь. Я. Подождите, подождите, молочное какао. А у нас в этот раз здесь было... О, молочный шоколад. Правда. Бабушка чуть-чуть отыграла, но ей еще далеко до Кати. Сейчас начинает Катя. Она не сдается. Она хочет выиграть. Ой, попала... Такая пушистая соломинка. Какой же это вкус? Груша. Груша? Что ж? Тебе что яблоко? А бабушка говорит яблоко. Ну-ка давайте груша посмотрим. Груша или яблоко? Груша это или яблоко? Смотрим. Ну, вкус яблоко. Опять запечатано очень сложно, по-честному запечатано, чтобы никто не видел, никто не знал. Груша или яблоко? Груша или яблоко? О, 16 оберток и все без одежек. А тут у нас груша! И выиграла в этот раз Катя. Так. У меня уже раз. Вообще, у меня 5 уже. 5? Что это? Вторая попытка, второй заход. Яблоко какое-то. Какое-то? Красное или зеленое яблоко? Или желтое? Яблоко? Я знаю, я знаю. Это, наверное... Персик, что ли? Яблоко, яблоко. Абрикос или персик? А Катя? Ты так думаешь? Нет? А Катя думает, что это яблоко, да? Груша! Груша? А бабушка говорит, абрикос или персик? Смотрим. Так. А это у нас... Это у нас... Так, еще раз. Сложный выбор, сложный, но угадываем и угадываем. Так, сейчас Катя попробует. Что же? Она еще попила немножко. Яблоко абрикос. А бабушка? А бабушка теперь? Яблоко абрикос. Ничего себе, какой сложный выбор-то. Яблоко абрикос. Яблоко и персик. Яблоко и абрикос. Так, еще папе досталось. Баночка одна. А это была просто тыква. Так, счет 5-3. Продолжается у нас упорная борьба. Я не знала, что это тыква. А теперь ты начинаешь играть. Начинает бабушка. Ого, какие сложные-то там... Катя решила освежить память. Молоко чистое. Вот так вот. Молоко. Молоко. Так. А если мы вместе угадаем, тогда что? Так, смотрим. У нас это... Источник кальция. Молоко. Пейте, дети, молоко. Бабушки пока. Теперь начинает Катя. Задача усиливается. Обостряется. Ой, что-то такое противное, что ли, Катя? Ты так сморщилась. После молока-то, похоже, это вообще ужас, да? Нет, я не знаю. Что это может быть?
или овощ? Тыква. Тыква. Смородина. Бабушка говорит смородина. Ну так я потом еще попробую. Тыква или смородина. Так, сейчас папа проверяет, что же это все-таки. Это у нас... Опа! Вторая попытка. Это у нас пока не смородина и не там тыква. Так, Катюша делает вторую попытку. Вторая попытка и... Что это может быть? Мне непонятно. Не... Но вкусно хоть? Сладко? Или не сладко? Вишня! Вишня! Это вишня, а бабушке дай попробовать. Бабушка же еще не пробовала. Вишня! Это у нас вишня! Что же думает бабушка? Красная смородина. Красная смородина. Разворачиваем, разворачиваем. А тут у нас яблоко-вишня. А бабушка смородину не угадала, а угадала Катя. Молодец, молодец, молодец. И остается у нас два сока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь начинает бабушка. У тебя четыре. Бабушка еще может сравнять с последних сил. Перчик, опять. Опять перчик. Абрикос. Абрикос. Конечное слово абрикос. А Катя говорит, что это... Вот это... Непонятно. Нет, ну ты должна сделать какой-то выбор. Там же что-то налито. Там же вода не налита. Что там нужно? Все смешалось. Малина. 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 Густинка там есть. Малина. И что? Бабушка выиграла. Здесь у нас абрикос. Яблоко абрикос. Так, теперь начинает Катя. Заключительный заход. Очень упорная борьба. 6-5. Как 6-5? 6-5. Что же это? Как же это ягода? Ягода? Она сладкая? Клубника. Клубника? Да. А бабушка? Клубника. Консистенция абрикоса такой вот густой. Абрикосы. Что-то еще добавлено. Что-то добавлено еще. То ли корица, то ли что-то добавлено. Да, никто не угадал, продолжается. Вот это мама задачу задала на заключительном этапе. Это у нас... Вишня! Что это, я не пойму. Что это может быть? Бабушка думает, упорный счет. 6-5. И сейчас... Не знаю я. Не могу отдать. Я сдаюсь. Все, бабушка сдается. И у нас открываем. Здесь у нас черная смородина. И сельдь даже. А это вот... ушло папе. А вот... И в итоге... И в итоге у нас со счетом 6-5.
6-5 у нас победила Катя! Да! Ура! Молодец! Молодец! А бабушке молодец. Утешительный приз достался. О, вот благодарю. Такой вот. Ура, 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 ура! Спасибо! Спасибо! Вот у него такие цифры, но пора обращаться. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и жмите на колокольчик. Всем пока! Вы были на канале Критик.